Верховный правитель. А, Надаль! Через несколько месяцев мы закончим обогащение урана, а затем проведем испытание боеголовки. Слишком круглый наконечник, он должен быть острее. Кого этим напугаешь? Заостренный страшнее, а это только рассмешит всех наших врагов. Они подумают, что к ним летит какой-то гигантский член. Нет, Верховный Правитель. Форма боеголовки никак не влияет на аэродинамику. Она несет ядерный заряд. Нет, она воткнется в землю и бабах! Верховный Правитель, по-моему, ваше представление о бомбах вы почерпнули из мультиков. Чепуха, я смотрел научный фильм. А в этом фильме... Я бы хотел уточнить. Там была такая утка, у которой, когда произошел сильный взрыв, клюв вдруг оказался сзади, на затылке. И тогда, чтобы говорить, она вернула его на место. Там был герой, который страдал от подобного дефекта, да. Ясно. Теперь я на 100% уверен, что вы смотрели мультик. Послушай, представь на одну минуту, что я идиот. Что ж, запросто. Ну ладно. Знаешь что? Останемся при своем мнении, мой друг. Хорошо. За что?